Выше человеческого роста, с сочными зелеными листьями и двумя початками. Эта кукуруза растет в Пугачевском районе, в зоне рискованного земледелия, где температура воздуха бывает под 40 градусов, а осадков приходится ждать месяцами. Добиться этого специалистам агрофирмы «Рубеж» удалось благодаря непрерывному орошению. Основные параметры кукурузы – это влажность. Влажность должна колебаться от 60 до 80%. Чтобы этого достичь, значит, вот данные установки мы устанавливаем на влажность, чтобы они придали земле где-то 25 миллиметров. Это то есть 25 литров воды на 1 квадратный метр. К каждому полю специалисты агрофирмы проложили трубопровод, подключенный к централизованной насосной станции. Ее дизельные насосы в жаркое время работают без остановок, качают воду из большого эргиза. Грамма не сомневался, что надо вкладывать то, что зарабатываешь, в землю. Уже 20 лет он занимается модернизацией и расширением обрабатываемых земель. Павел Артемов перенял опыт работы на земле от своего отца. С того момента «Рубеж» активно развивается. Модернизировано распределение топлива, внедрена система орошения. Агрономы компании ежегодно испытывают новые культуры. Разный спектр культуры, самое главное, вот очень массированное строительство мелиоративных систем, орошений. Вот это вот, и мы будем это продолжать. Мы будем именно в орошение вкладываться. И есть план построить мелькомбинат по переработке твердых сортов пшеницы. Мы сейчас приобрели много сортов твердой пшеницы, пока тестируем. Немножко даже на орошении попробовали. Несмотря на основное направление растениеводства, в компании достигли хороших показателей и в животноводстве. С фермы предприятия каждые сутки отгружаются порядка 9 тонн молока. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов 24.